Даденные по Брагинском районе на початок листопада у минулом годе тут было зарегистрировано 16 пожаров, на которых никто не загинул. Сегодня пожаров меньше 14, але двух человек выратовать не отрымалось. Подчас инструктажу перед початком рейду увага основным задачам наглядальных комиссий, научение громадян мерам безопасности, оказание допомоги населенству у полепшения умов проживания, удокладнение проблем, которые хвалюют местовое населенство, сирот наибольш актуальных тем, работа с громадянами, которые находятся в группе риски, одинокими состарелыми и людьми, которые злоуживают спиртными напоями. При том, что опошние идти на контакт, звичайно, категорично не жадают, коли не допомогают размовы, необходимо переходить до больш рашучих деянию. Их отправлять в ЛТП. Но граждане есть, которые справляются с ЛТП, есть, которые не справляются. Есть у нас при учреждении здравоохранения Брагинская центральная больница, есть кабинет нарколога. Они могут тоже проходить кодировки. Особливая увага в работе наглядальных комиссий со старелым и одиноким. Удельнику Великой Чины, инвалиду первой группы Алексею Марченко уже 93. В минулом году за кошт державных сродков в доме ветерана сделан косметичный ремонт. Пока медицинский работник вымирает иск, Алексей Марченко делится опошними новинами, причем никаких значных зауваг не выказываем. У речи, каже, у хати тепло и ежа завсёды на столе. Я каждый день прихожу к дедушку. С утра прихожу, бывает 8:30, в 9. И с этого времени уже до обеда и даже после обеда, когда это необходимо, я стою здесь. Утром я его кормлю, в обед кормлю. На вечер уже оставляю на столе, просто он кушает сам вечером. Новая тенденция у работе районных наглядальных комиссий. Теперь разом с местными специалистами працуют представники областных служб. Это позволяет при необходимости вырешать самые складанные питания на более высоком уровне, плюс контролировать деятельность местных организаций и адекватность принимаемых по выниках рейдов решений. Вопросы, допустим, печного отопления, таких как престарелых, одиноких, где социальная защита оказывает помощь в ремонте этих печек и так далее, про электропроводок. Великая количество электроподключений у бесоконных прилад, что в любой момент может привести до пожару. Речи, которые добро горать, але у великой количества заховываются на поддашку. Это только некоторые приклады, которые на этот раз фиксует наглядальная комиссия. Предухиление гибели людей, так званых внешних факторов и попереджение правонарушений, бодай головные задачи, которые должны быть вырешены у вынику рейдов. До 11 листопада, до речи, они будут проходить в рамках республиканской профилактичной акции «За безопасность разом». Конечно, самое главное – это обследование частных жилых домовладений в рамках пожарной безопасности. И в этом, как нельзя кстати, помогают работа наших смотровых комиссий. Затем также были проведены различные сельские сходы в деревнях, населенных пунктах нашей области, выступления в трудовых коллективах на предприятиях, в учреждениях образования. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель» с Брагина.